Да, вот прикол. Раньше собак оставляли машины охранять. Теперь у нас голуби охраняют. Одинокий голубь на карнизе за окном. Пиздец. Вот это да. Сторожевой, боевой, наверное. Боевой путинский голубь. Капец. Жилищный. Да, видно, живой, живой, трусится. Вы говорите. Вот так. Мы еще, по-моему, их кто-то подкармливает. То есть, конец, в принципе, краски. Да, крышу покрасить. Не поле прийти. Да, вот так вот, друзья. У нас уже голуби боевые. Вконтакте одноклассники отменили. А, это СМС-ка пришла. В отделе СМС-ка пришла. Ой, прикол. Это все капец. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел?